Друзья, всем привет! Очередной ролик. Начинаем из дома, хотя мы с Яной уже довольно-таки большое время вместе находимся, но начали снимать только сейчас. Вернувшись с небольшого шопинга. Без этого у нас никак не получается. Мы решили сегодня безделушки всякие не покупать. Решили взять какую-нибудь одну вещь, но чтобы она была полезная хотя бы. Если, надеюсь, до лета доживет. Ну хотя бы, чтобы все обсохло. Что, показываем? Да. Сначала всем привет скажешь, да? Всем привет. Показывай. Будем испытывать судьбу. Небольшой. Там есть были и побольше, маленько подороже, но не знаю. В смысле небольшой? Небольшой там был только этот. Ну потом, где-нибудь на улице. Послушай, встань, так научишься, да? И еще, друзья, у нас обновка. И там еще кофеварка. Потом покажу. Сначала надо с этим разобраться. Так. Новый телевизор нам привезли. Не совсем новый, но как бы. По сравнению с теми, что у нас были. Сегодня у меня старый совсем работать перестал, и мне вот подгон. А он только сегодня перестал работать? Да, кнопка перестала включение работать, и все. Ну что ты, где ты? Что-то там еще нажимали, по-моему. Спасибо за это чудо. Пластилин. Пластилин. Мама купила. Мама купила. Ну, посмейся, покажем. Спасибо за эту штуку. Идите здесь именно другу. Тихонько, аккуратней. Так, и еще у нас есть обновка, только она еще не обтерта, сейчас покажу. Вот это чудо-аппарат. Так, как ты открываешься? Вот так ты открываешься. Мини-кофемашина для варки кофе. А то я кофе купил. Так его заваривать абсолютно. Шляпа какая-то получается. А тут Илюха говорит, да, забирай, я сегодня пользуюсь. И все. Сюда сыпаться кофе, вставляется сюда, сюда вода, все, включаешь, это поворачиваешь, сюда открываешь, включаешь, и все, сюда стаканчик ставишь, капает кофе, готово. Так, мы идем тестировать эту замечательную штуку. Ладно, что без садим. Я хочу быть какой-то. Угу. Так, надо добраться до стадиона, тут уже темнеет тихонько. Так, обратно и как убираться. Да, сапоги снимаем, кроссовки одеваем. С собой взяли кроссовки, там почище. А то здесь вот по такому асфальту кататься точно не ахти. Пойдем там пройдем. А я думал, он туда пойдет, чтобы снимать. Там придется по дороге идти, либо опять по лужам. Ага. Так что лучше здесь. Ну, сейчас доберемся, все покажем. Где-то живет Олег. Какой Олег? Майами? А? Майами. Олег Заранятный. Одноклассник. Ой, ну все. Знаешь. Вот собака идет, маленькая. А там ее не видно. А непонятно, собака или гномики какие-то. Ну вот уже собака идет. Побольше. Не могут ли вы мойте, если вы не поможете? Так вот куда саму грязь? Вот смотри, вот я буду хоть более-менее что-то сухо. Ну что, есть, есть. Нам-то что-то такая разница. Ты думаешь, места не хватит? О, мэн. Непорочная. О, мэн, непорочная. Сойдем. Покатаемся, туда пойдем. Здесь не работает, как раз. Одеваешься, темнеет внутри. В коромысле. У него колеса как будто пластиковые.
Колеса как будто пластиковые, да и пластиковые есть. Надо было маленько побольше брать, маловато он тебе все равно. Смотри, маловато, для меня это норма даже. Вот вырастет, большой. Летом, вот, зимой уже нормально, да? Не лень же, на круг пошла. Где-то едет, где-то так, пробовал, где-то так. Давай, исполняй трюки, трюки. Все, на рампу собиралась идти. Когда в школе учился, мечтал о такой штуке, но это мне было не по карману, хотя бы такое маленькое. О, видишь, я говорю, день-два, и уже было что-то около дела, а ты говоришь, раз в круг сходила, что-то не получается больше никаких. Хреновая покупка, мол. Главное, аккуратнее, не упасти. Когда упадешь, все желания пропадают. Я говорю, если упадешь, вот твое желание быстро пропадет. Аккуратнее будь. Криво ногу сильно ставишь. Че, все ли, не все ли? Мне кажется, все. Холодно становится, куда ветер побудет. Давай завтра еще сходим. Ну не знаю, видно будет. Так, друзья, мы вернулись с прогулки, с покатушек на новом скейтборде. Да, перекусили маленько. Так, новая игра. Влезает стол-то? Не. Где будем играть? Не очень, ну так нормально. Ты сок выпила литру? Пить надо. Чаю? Нет, просто воды чего-нибудь дать мне пить. Чтобы объяснять, я должен что-то знать. Так ходить надо, что понял.
Где монета? Где монета? Так, ты какую черную? Я? Или белую? Или желтую, или зеленую, или синюю, или красную? Зеленую? Понятно же сразу, да? Я белую возьму. Я еще не вижу, или черную. Будешь белую. Давай, бери сумку, слишком. Где твоя? Вот, бери. А, кубики я не достала. Где мои кубики? Кто первый? Девочка, вам думаю, что память Яна, да? Угу. Так, ты ставь ее сюда-то. На первую самую. Сюда? На самую первую штучку. Папа. На первую ходить надо? Нет. Да. Сфигали. Сфигали. Это когда выкинешь один, на один сходишь. На черную потерялась. Вот сюда надо прийти на сотку. А? Окей, знаю. Шесть. Что, один кубик всего? Тебе что, 10 надо? Я не знаю, всякие угодно. Один. Так что он все-таки здесь стоит или здесь? Тут. Ты на шестерку, на днёрку. Лучше в нарду поиграть. Это как? Ну, там долго объяснять. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 4? Да, 5 надо. Можно не считать, можно просто ходить. Слава богу, что я сюда. Так, давай я тебе густую. Так, если будет другой цвет такой штуки, я... Ты мне говори, я читать буду. Еще считать надо. Ну, красный цвет, что такое, вот, допустим, у тебя сейчас? Красный цвет? Сейчас. Красный цвет не у меня. Ну, а если он бы был, на этот я хоть было пропустить бы. Угу. Два раза, типа. Ну, я видишь, помаленечку кидай. Слава богу, что ли сюда. Не знаю, он не будет сюда. Короче, там дальше покажем. Подписчики, это не игра, это полная шляпа. Ага. Ты согласен со мной? Угу. Не, вот нарды надо купить, я тебя научил бы играть. А что как? Научил бы. Это, подожди, это как шашки? Типа... Да, типа шашки, только там только они... перевернуть надо. Там да, типа и с другой как... стороны доски играть. Ну, не знаю. Я не знаю, как карака. А вот это вот? Это просто куда кубик, кто он упал, что-то там поставил, что-то там я уехал. Говорю, я же говорю, давай в карты. Вот именно. Давай в карты играть, домино, а лучше в нарды. Давай. А еще бильярд можно, только его нет. А у Сайгоня есть, но мы туда сегодня не пойдем. Это-то полное какое-то. Я не понимаю, как это, как это. Это правильно написано. Там сколько написано? 5 плюс, да, на игре? Да. Ну так вот, только 5 минус надо делать, чтобы не старше. Это какая-то, я не знаю, не игра, это издевательство. Лучше душу тянуть. Так же долго и непонятно. Душу, мне кажется, интереснее будет. Так вот именно. Ну, мы сейчас будем играть лучше в чем? Как помнишь, карту угадывали? Да. Во, карта. Вот такая игра, да? Да. Сами придумали, сами играем. Во, мне вот это нравится. Угу. Не, я больше такие. Я хотел такую игру купить, подобную, ходил. Ну что, друзья, доброе утро. Новый день. Марафет наводит. Кто-то? Артем свои лиры упал. Так, Соня, выспалась, хорошо? Нормально. Чаще смотри на небо, всегда.
я умею, мне Лиза научила. Сейчас, колбасу надо пожарить, говорю. По-хорошему. Подожди. Сама она ведь, а, снимаешь? Конечно. Хороший пакетик. Сейчас еще много, много. Что, нам хватит столько колбасы? Конечно. Вот если не хватит, то нам еще возьмем. Что не знаю. Это липкое и красное. Вы и будете жидкие конфеты дальше. Да. Ну, конечно, липкие. Это будем катать на своем борде. Это зимняя штука. И вкусно. Соли надо добавить. А где у тебя соль доходит? Посоли уже. Посолю, говорю. Какая хорошая. Ну давай, показывай, как это делается. На, сильнее. Да, я знаю, умею. Лиза показывала. Вот. Ложи еще одну. Это, ложи пока сюда. Пустую ячейку-то ложи. Давай мне, я печку выкину. Вот тут какое-то сломанное, я уже возьмем его, да? У нас засвечило вот окошко. Я свет включу. Ты в одно место, зачем их? В одну кучу. Давай. Это что за покемон? Дождь идет. Ну, это не дождь, так, морось одна. А что, мне капюшон фиолетовый не одевается. Почему? Потому что не налазывает, он не... Так, уже мало. Mm-hmm. Ой, какой шарашится, лежит. Надо пописать еще здесь, да. Подайте мне такого. Купи мне такого. Покемона. Вот смотришь, а? Ой, ты какой. Ты чем видишь-то вообще? Как видишь-то? Ты нас видишь? Эу. Гав. Ну-ка, гав. Вот так вот, молодец. Что ж, мы с вами завтракали. Время уже скоро почти обед. Махайте. Идем опять вот на стадион. На местный стадион. Вот так правильно. Труп. Так, заворачиваем я налево сейчас. Тут по плитам пойдем. Почище дорога. Да, тут поменьше машин ездит. Ну, поснимаем что-нибудь. Куда-нибудь, не знаю, бабушке может сходим еще. Что-то сегодня одни теты практически. Физкультурой занимаются. Какие-то странные упражнения. Ну, доживу, узнаю. Дети спят еще. К вечеру придут. Что-то у меня ребенок, он не знает, чем заниматься. Асфальт ищет поинтереснее. Он весь потрескавшийся. Я сам себя пробовал ездить, неудобно. Он в стыках, колеса маленькие, бьется. А где-то идеальный. Идеальный пол. На, где-то в спортзале тренироваться-то учиться. На паркете. Великовато для тебя. А? Великовато для тебя. Ой, посмотри, что сзади нарисовано, только не показывай на камеру. Че? Ну там сзади кошка нарисована.
нарисовали тут игрушку всякую, да? Угу. Я так могу. Вот, тоже подставка для телефона есть. Угу. Так, мы у бабушки в гостях. Я нам категорически отказываться есть. Я не против, почему? Я больше на устал. Я. Да? Я больше тренировался. Тренировалась больше, а что не ешь? Не хочу. Так. И дома такая фигня. Варишь, 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 варишь. И не хочу. Хлеб. О, которые на улице гуляли, пришли. Угу. Пошли там кто? Что, девочка? Мне показалось, не подруга. Да, Соня. Илюхе, который телевизор нам вчера доставил. Вчера жарить мясо было сейчас. Кисечки вчера, даже я помню. Выходные, можно отдыхать, да? Потеплее стало на улице. Будем делать шашлык, башлык. Если мясо сохнем, конечно. Рука болит уже. Дело красиво, Илюха у нас тут. Вот мясо купили, сходи в магазин. Илюха должен быть зачетное. Так что посмотрим, сейчас проверим. Вкусный лаваш! Ну, а тебя услышал, а кто-то открыто так. Да идешь ли ты? Ага. Лаваш! Человек. Сестра мучает, ёпта, он араб хули. Ага. Он снимет, да нет? В общем, больше мы ничего не снимаем. Все, я на дома, я на работе. Вот так пройду выходные. В кабак сходил ночью. Ну, ночевали у бабушки. Ну как, я на бабушке увел, потом с друзьями ушли плясать, а потом ушел бабушке спать, а потом домой на работу, все. На этом ролик заканчиваю. Не знаю, завтра собираюсь опять в гости прийти, но не на ночь, потому что завтра вторник, и как бы, ну, после школы сразу. Так, на маленько побывать. Если вам что-нибудь снимать, то будем что-нибудь снимать, если нет, нет. Все увидите, ждите ролики, кто ждет. Кто не ждет, не ждите. Всем спасибо, всем пока.